Привет, друзья! Для того, чтобы облегчить работу с крепежом и ускорить, применяют пневматические трещотки. У компании Ricotta есть две модели трещоток на 1/4 посадочный квадрат. Это модель PAR-02011LN и PAR-02013. Обе эти трещотки имеют схожие характеристики. Это 2,7 кг или 27,1 ньютон-метра. Очень схожие габариты. Действительно, они очень похожи. Вот. Но, тем не менее, они очень сильно отличаются. Отличаются они, прежде всего, сроком службы и условиями, при которых их можно эксплуатировать. Щетка PAR-02011LN. Трещоточный механизм находится вот в таком виде. Здесь есть некоторые щели. Это нормально для работы в не очень грязных условиях, но тем не менее время от времени рекомендуется чистить, продувать или промывать вот эти вот отверстия. Механизм переключения осуществляется прямо на самой трещотке, таким образом. То есть переключатель находится в этом месте. Трещотка удобно лежит в руках. Включение ее осуществляется вот такой клавишей. В общем, очень маленькая, удобная трещотка. Вот. Выход воздуха осуществляется снизу. Трещотки PAR-02013 хорошо защищен трещоточный механизм от попадания пыли, грязи, масла и других неблагоприятных факторов. Кроме того, на трещотке PAR-02013 есть два лубрикатора. Лубрикатор для редуктора и лубрикатор для трещоточного механизма. Переключение также осуществляется с помощью переключателя на трещоточном механизме, вот таким образом. Сама трещотка имеет более массивный корпус, весит она больше. Включение осуществляется также клавишей, воздух выходит снизу. Кроме всего прочего, для удобства оператора здесь можно вот так поворачивать что в одну, что в другую сторону разъем. Трещотка PAR-02011 подойдет больше для станции технического обслуживания и для небольших мастерских. PAR-02013 это поистине хорошо защищенное устройство. Защищена она от внешних факторов более плотными, прецизионно сделанными деталями. Здесь нет возможности попадания грязи внутрь. Все механизмы имеют более массивный вид, более мощные. Самое главное отличие их в том, что ресурс этих трещоток отличается. Как понимаете, ресурс трещотки PAR-02013 более долгий. Для того, чтобы подключить трещотку к пневмолинии, нам потребуется вот такой вот разъем. Чтобы заклиматизировать и воздух не давал утечки, мы поставим сюда фумленту. Вот такую. Так, берем фумленту. Надо сказать, что сам разъем, он тоже имеет конус. То есть он под конус идет. И это тоже будет обеспечить дополнительную герметизацию. Для того, чтобы зафиксировать, нам потребуется ключ. Один и второй. На 19 и на 14 миллиметров. Все. Разъем у нас установлен. Выглядеть он должен вот таким образом. Взвесим трещотку PAR-02011LN 485 грамм. Теперь попробуем взвесить PAR-02013 520 грамм. Как видите,
действительно корпус более массивный, что выражается в большем весе. Заходите на наш сайт, следите за новостями. На товары у нас очень часто распространяется акция. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте свои вопросы. До встречи в гараже. Пока!